А вы знаете, что красиво очерченная верхняя губа у стилистов зовется луком Венеры? Его идеальные формы воспевали поэты и художники во все времена. Ну а с приходом весны внимание к этой части лица могилевских прелестниц еще больше. Дети асфальта побывали на помадной вечеринке и узнали все. Ну, или почти все. О трендах весенних губ. Губы такие уже не носят. Это нужно будет что-нибудь подобрать. Хорошо. Средняя пухлость. Сексапил номер 4. Интернет в последнее время буквально заполонили модные блоги, бьюти-советы и мастер-классы от тех, кто знает, как нужно выглядеть нам с вами. Но одно дело – советы, а другое – практика. Могилевские консультанты рассказали и показали гостям помадной вечеринки настоящее кино про губы. Этой весной нет таких моментов, как вульгар, потому что законодатели моды нам транслируют губы яркие и с ярким контуром, множество форм, которые обязательно нужно попробовать всем девушкам. Нанести тон, припудрить уста, карандаш, кисть, руки – способ нанесения на выбор. Но главное – цвет. Цвет весны 2014 – оранжевый, коралловый. Называйте как хотите и выбирайте тот, что ближе вам. Но и других оттенков никто не отменял. Главное – помнить правила хорошего тона. Блондинкам – терракотовые оттенки розовый-карамельный, рыжеволосым – коричневое, бордово-малиновое, брюнеткам и шатенкам – красный-малиновый-сиреневый. Ну, вы же знаете. Что нужно, чтобы быть красивой? Следить за собой. Конечно, быть ухоженной. Иметь какую-то яркую изюминку, по типу красной помады, может быть, смоки айс в каких-то праздничных случаях. Что должно быть внутри у такой яркой девушки? Ну, внутренняя красота, то есть ты должна быть развита, читать книжки, литературу. Но я считаю, что заниматься спортом – это тоже очень важно для здоровья, для красивой фигуры. Что вы читаете, расскажите? Ну, сейчас Онегина, конечно, Пушкина – это классика, это очень интересно. То есть Лермонтова, других знаменитых русских писателей. А вы что читаете? «Гордость и предубеждение» очень понравились. Одним словом, красьте губы, читайте книги, и все получится. Мы обещаем.